Казахстанцы, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на референдуме в 52 странах мира. По данным МИДа, за границей образованы 65 участков референдума. Все бюллетени для голосования туда уже доставлены. На сегодня за границей находится порядка 11 тысяч наших соотечественников, обладающие правом голосования, сообщили в профильном ведомстве. Самое большое количество участков у нас в России, ну и избиратели у нас ожидаем, что самое большое количество у нас в России будет. Только по Москве у нас ожидаем, что наши граждане более 2000 человек там проголосуют. Также у нас есть участки в Санкт-Петербурге, также у нас есть участки в Астрахани, в Омске. В Узбекистан у нас большое количество, 600 человек. Также у нас есть списки в Чехии, ну, по Европе, в Германии у нас неплохое количество людей, наших граждан проживает.